У нас сегодня будет необычный концерт. Ребята из зала будут задавать вопросы, а мы, музыканты, будем отвечать. Это снимает вот ту невидимую стену, которая возникает между сценой и залом. Мой инструмент называется фагот. С итальянского переводится как «вязанка дров». Чаще всего меня спрашивают, тяжело ли на нем играть, потому что он большой. Мне понравилось выступление Андрея Гончарова. Мне этот 12-й этюд Скрябина так сильно понравился, что я его быстро выучил. Я сам занимаюсь фортепиано, но сегодня меня поразила скрипка. Большую часть своей жизни я провел вместе со своей любимой скрипкой. И, конечно же, я много уже добился, играя на ней. Маримба – это клавишный ударный инструмент. У нее большие резонаторы, у нее очень глубокий и красивый звук. В конце зрителям тоже предложили выступить на сцене. Им выдали шейкеры, трещалки, ложки. Получился большой и красивый оркестр. Музыка нас всех объединяет.